Для эндокринолога день борьбы с сахарным диабетом – это такой основополагающий день. Дорогие друзья, я хочу поздравить нас всех с тем, что мы живем в уникальное время. Нам дан второй шанс на то, чтобы нашу диабетологическую службу выстроить по кирпичикам благодаря уже имеющимся знаниям, благодаря информационным новым технологиям различным, благодаря нашим ресурсам и пониманию нашего государства важности борьбы с сахарным диабетом. Растет количество пациентов, болеющих этим тяжелым заболеванием. Растет количество пациентов, научившихся правильно жить с этим заболеванием. Наша задача все больше и больше создавать пространство, которое даст возможность комфортной, безоблачной жизни пациента с сахарным диабетом. Я уверена, что шаг за шагом, при поддержке государства, благодаря сплоченности эндокринологического сообщества, следующий день борьбы с сахарным диабетом мы встретим с новыми достижениями. День борьбы с сахарным диабетом – это веха, в которой, по сути дела, ежегодно мы друг перед другом, перед нашими пациентами отчитываемся и отвечаем на вопросы, что же мы сделали за предыдущий год. И это очень важно, что такой день есть, очень важно, что мы собираемся и отмечаем его всегда вместе.